Зинаида Макрищева показывает красные круги на плече. В стационар областной инфекционной больницы женщина поступила сегодня. У нее обнаружили болезнь Лайма. Инфекционный клещ покусал ее еще в мае. Зинаида работала у себя на даче и непрошенного гостя заметила лишь, когда вернулась домой в Харьков. С такими кровососущими Зинаида сталкивалась не раз. Потому она самостоятельно извлекла паразита, но через 2 недели он напомнил о себе. Началось покраснение, зуд какой-то. Ну, тоже ж мы как бы, ну, пусть себе поболит и перестанет. Зеленкой помазали, все. Но когда уже вот вчера я приехала с дачи, уже не терпешь стало вот чесание это, ну, пришлось обратиться в больницу. За весь период активности клещей в этом году он немного сдвинулся из-за холодной весны. В эту инфекционную больницу обратилось 50 человек. Из них болезнь Лайма была обнаружена у 8, отмечает главврач Павел Нартов. Это меньше, чем в прошлом году. Клеща медик рекомендует удалить сразу же после обнаружения и обязательно обратиться в больницу, предоставив кровососа для анализов. И, конечно, экстренная профилактика. С экстренной профилактики назначаются, вы знаете, антибактериальные препараты. Наиболее эффективная профилактика первые 3 дня заболевания после укуса, но в последующие дни она уже менее эффективна. В Центре по изучению редких болезней при инфекционной больнице этим заболеванием занимаются уже около 10 лет. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз относится к особо опасным инфекциям, рассказывает завкафедра инфекционных болезней Василий Малый. Коварство ее в том, что человек может даже не знать о собственном заражении. Характерная сыпь вместе укуса и зуд появляются далеко не у всех, а вот последствия могут настигнуть и спустя годы после заражения. Возникает хронизация процесса. Вот. Это поражение, в первую очередь, это поражение опорно-двигательного аппарата. Это поражение суставов, поражение позвоночника. А поражение суставов – такая злокачественная форма, когда растворяется внутрисуставной хрящ, в частности, в коленных суставах. И фактически человек превращается в инвалид. Традиционные очаги распространения зараженных клещей в Харькове – это район Померок, Пятихатки и Лесополоса в сторону Дергачей. Правда, в последнее время фиксируются случаи появления кровососущих и в парках. Бороться с ними сейчас можно лишь механически покусом травы и прореживанием кустарников. Уничтожение клещей проводится в ранний весенний период, когда таяние снега уже прошло и когда еще клещи находятся в травяной вот этой вот листья, упавшие в этой подстилке. Сейчас они уже вышли, трава высокая, уже как бы применение средств, ядохимикатов для их уничтожения, ну как бы не показано. Большая часть укушенных клещами относится к маю. Холодный апрель пришелся паразитам не по вкусу. Наступающая жара также может снизить их активность. Но стоит быть аккуратными. Даже при плюс 36 вполне можно поймать паразита в прохладном и влажном месте, предупреждают инфекционисты. Оксана Нечипаренко, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».